Всем привет! Это Tip-Top TV, я Марина, и вы снова со мной. Я с вами получила я заказ. Ну, получила не сегодня, естественно, а неделю назад. Уже эти вещи надевала, носила с удовольствием и могу поделиться своими впечатлениями. Вдруг вам тоже что-то приглянется и решите заказать. В общем, каждый раз в посылку вкладываются такие памятки. Вот, например, код акции для первого заказа подруги. То есть, ну, подругой может быть любой человек, который ни разу не делал заказ в Бонпри. И внеся вот этот код, вы получите бесплатную доставку, если, допустим, вы первый раз заказываете на этом сайте. 92888. Пришло мне три вещи, были еще штаны мужские, такие спортивные с лампасами. Заказывала я их сыну, но размер оказался неудачным, слишком велики, и я их уже отправила назад. Покажу вам то, что подошло. Во-первых, вот это трикотажное платье. Цвет называется... цвет морской волны, и мне сразу понравилось это платье, и я так удивилась, что оказывается есть еще нескольких цветов эта модель, и цена мне понравилась, и фасон. Я выбрала размер 40-42, немецкий, потому что я посмотрела, почитала отзывы и поняла, что это платье не маломерит, оно такое плотное, и хочется, чтобы оно сидело свободно. Посмотрите по низу, какая резиночка. Вот. Приятный цвет, он не яркий такой, не вычурный, а именно приглушенный, вот такой цвет морской волны. И не зеленушный, и не слишком бирюзовый, а такой вот спокойный, приятный. Рукава, манжеты, рисунок, посмотрите, косы какие. И такой плотный трикотаж, такое ощущение, что немножко свалявшаяся шерсть. Похоже, кстати, по составу на натуральную шерсть. 75% акрил, 22% полиэстер, 3% эластан. Тянется хорошо, плотно, ничего не просвечивает, чересчур не облегает фигуру. Рисунок такой, смотрите, он удлиняет, опять же, силуэт, делает стройнее, именно вертикальные, продольные полосы, не горизонтальные. Стирать при 30 градусах, притом машинная стирка разрешается. Можно гладить на единички и отпаривать. Я его уже стирала, потому что, когда я открыла пакет упаковочный, был такой неприятный запах складской. То ли сырость, то ли что, то ли краска, то ли химия. В общем, я скорее его стирать. И вот какое оно было до стирки, такое и осталось, в смысле вот трикотаж нитки. То есть оно не село, не растянулось, запах ушел, и все вот эти качества замечательные у платья остались. Оно не полиняло, в общем, не деформировалось. Платье просто прекрасное. И посмотрите, горлышко тоже теплое, и длина практически до колена. И вот оно платье, как оно сидит на фигуре. Значит, оно, сразу говоря, очень мягкое, очень такое плотное, такое ощущение даже, что шерсть свалявшаяся. Но нет, оно такое изначальное было, даже без стирки. Я его постирала, ничего не изменилось, оно не село, оно не деформировалось, не растянулось. В общем, платье, на мой взгляд, просто идеальное. Хоть это и акрил, но качество такое, как будто бы это ангора. Просто настолько мягкая, не колючая абсолютно. Плотная, теплая. И вот именно 40-42 пришелся по размеру. Небольшой, и не в обтяг, и ничего нигде не висит. Все приталено. В общем, идеальное платье. И горлышко тут, посмотрите, какое. Как раз на холодные такие дни зимние. Рукава не короткие, тоже длинные. Они не узкие и не слишком широкие. В общем, платье, я считаю, идеальное. И при том, что у него длина... Вот, видите, я на носочки встала. Длина у него, его можно при том вот так растягивать. Длина получается до колена, даже можно чуть ниже делать колено. Ну, в общем, можно чуть подтянуть вверх. В общем, оно какое-то универсальное, такое гуттаперчевое. Мне нравится. И вот это переплетение интересное. Тоже оно как-то обыгрывает фигуру. Теплое в нем, и не жарко, и не холодно. И оно не колется, оно мягкое. Если вам такие платья нравятся, тем более сейчас в Бонпри скидки зимние, платье очень даже достойное, и оно стоит своих денег.
И вот еще одна покупка. Это куртка, пальто или дубленка искусственная. В общем, можно называть как угодно. Она хоть и тоненькая, внутри вот такой, как говорят, чебурашка мех искусственный. Вот. Ну, вот он такой, как барашек, видите, как будто бы овчина закрученная. Здесь была вот такая карточка прикрепленная. Размер. Единственное, подкачала размер. Пришлось взять 42-й. 40-го уже не было, к сожалению. Кто-то ушивает. Даже в отзывах пишут, что и карманы отпарывают. Нравится больше без карманов. Ну, мне с карманами нравится. Вот такие здесь, смотрите, петли. Под черепаховый панцирь сделаны пуговицы. Металлическая, между прочим, молния. В принципе, тоже плюс. Не сломается. Качественно. По низу тоже вот так мех отстрочен. Кармашки как будто бы из искусственной замши. Курточка неплохая. Можно носить каждый день, весь сезон относить и сдать в химчистку, допустим. Давайте посмотрим, что нам тут предлагается. Кстати говоря, вот я не оторвала пакетик с запасными пуговками. На этикетке указано 100% полиэстер. Стирать, кстати, машинная стирка 30 градусов. В общем, можно стирать в машинке. Я думаю, что и можно и отпарить аккуратненько. Я от этой вещи получаю удовольствие, когда я ношу, поэтому меня уже все устраивает, даже то, что она на размер больше. Капюшон пришит, отстегнуть нельзя. Воротничок тоже вот такой меховой. Она не особо продувается, если на толстый свитер я даже до минус 10 ношу. А больше всего мне понравился цвет, потому что кому идут светлые тона, вот это для нас дубленка. Есть еще в цвете верблюжьем цветик. Все ссылки я оставлю, как всегда, внизу под видео в описании. Она мне, конечно же, великовата, свободна. Лучше будет, конечно, смотреться на более толстый, объемный свитер как раз. Но не было 40-го размера. Пришлось взять 42-й. Уж очень мне захотелось именно белого цвета вот такую вещь иметь. И даже то, что она на размер больше, меня не смущает. Мне очень нравится. Теплая, даже в минус 10 я ее надеваю на толстый свитер. Мне тепло, по крайней мере, не знаю. I wanna lock in your love. I think we're close enough. Could I lock in your love, babe? Ну вот и все на сегодня. Если вам что-то понравилось или было интересно, познавательно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Желаю вам, как всегда, здоровья и только полезных покупок. Всем пока и оставайтесь со мной.